Ну вот, смотрите, что творится в Павлове. 18 марта 2020 год. Высокосный заметил. Поэтому, наверное, проблем. Народу практически нету. Все рестораны, кафе, бары, магазины, одежды. Все закрыто. Гостиницам 3 дня осталось. В течение 3 дней должны все гостиницы закрыть и выселить всех постояльцев. Или уезжают с острова, или снимают квартиры. Я выезжаю 24 марта. Россия отправляет самолеты на вывоз своих граждан. Вот что творится. Машины вроде есть. Погода хорошая, 20 градусов. Людей практически нет. Вот набережная, где очень много народу бывает. Вот кафе, магазины. Вот один магазин работает. Кафе закрытый.